Всем привет! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Праздники в самом разгаре, но это не повод не радовать вас зрелищными боями, а участников – призами и славой. Так что давайте, подсоберитесь и приготовьтесь. Вас ждут танцы тяжеловесов, опасная снегурочка и самая драматичная дуэль на всем Диком Западе. Но сначала – разогрев. Поехали! Начинается наш разогрев на Мураванке, где ближе к концу боя складывается очень необычная ситуация. Француз FCM 36 ПАК 40 остается в компании союзных Су-5 и Т-34. Казалось бы, это хороший расклад против двух вражеских М-4. Да вот только Су-5 у нас совсем без снарядов, а Т-34 так вообще уже начал праздновать Новый год и с начала боя так и не появлялся. Ну да ладно, будет талисманом. Пустая арта едет искать врагов, находит, и тут-то у нее возникает вопрос: а что с ними делать? Ответ прост: устроить красивый размен. Немного пританцовывая, Су-5 отправляется в ангар, но ее обидчик мгновенно следует за ней, получив увесистую оплеуху от своего собрата. Изрядно разгоряченный таким неудачным выстрелом М4 решает выместить свою обиду на единственном достойном враге и выскакивает на перестрелку с французской ПТ-шкой. Серия выстрелов, еще раз и все. В лучших традициях жанра оба танка приносят друг друга в жертву во славу великому и могучему Т-34. Иногда для победы нужно просто не мешать. Что тут сказать? Талисман работает. Правда, голда для 34-ки почему-то не отправилась. Тоже не прогрузилась, наверное. Поэтому поздравляем того, кто действительно повлиял на бой. С победой тебя, FCM! Продолжим разогреваться на Ласвеле, где Т-49 до поры до времени занимается обычными ПТ-шными делами и всячески пытается не выдать себе Чака Норриса. Вот только невозможно держать Чака Норриса, пусть даже и внутреннего, на привязи. Нашему герою надоели все эти тактики, хитрые маневры и прочие глупости, и он решает закончить бой. Просто потому, что пора. Подъезжаем к базе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, больше нет. Остынь, Чак. Вот твой новый фильм «6 фрагов за 40 секунд» или наглядное пособие «Как получить воина». А завершаем сегодняшний разогрев мы на песчаной реке в компании бодрого Т-92. Все вы знаете, как это бывает. Идешь ты такой в магазин за хлебом, а возвращаешься домой с мороженкой и печеньками, искренне не понимая, как это произошло. Вот и у нашего героя такая беда. Казалось бы, вот он, Лоррейн 40Т. Он-то нам и нужен. Прицеливание, сведение, выстрел. Лоррейн жив, а вот ВК-4502А и Тигр-2 нет. Даблкил вслепую, и будем откровенны, удачный поход в магазин. Ну и на этом разогрев окончен. Переходим к номинациям. Победителем в номинации «Поддержка недели» стал игрок с ником «Ну просто вот» на королевском тигре. С самого начала боя в действиях нашего героя ощущается решимость. Он хочет убивать и уверенно направляется на левый фланг. И вот, почти сразу же первый кандидат на списывание в утиль – ВК-3001П. Удачный выстрел и охваченный пламенем противник стремительно топит под собой снег. Шансов выжить нет, и фраг отправляется в копилку жадного ИСа третьего. Ну и ладно, бой все равно только начался, так что вперед, искать приключения на нижний бронелист. Вражеская тройка выхватывает 3,5 сотни урона прямо в свой щучий нос, но на второй выстрел засвета не хватает. Не успевает наш герой заскучать, как еще один из третий удачно подставляется. Оба снаряда попадают куда нужно, но добивает снова союзник. Ничего, вон еще американец есть, только он как-то нерешительно елозит за препятствием и не желает высовываться. Что ж, как говорится, если Т-29 не идет к КТ, то КТ идет к Т-29. О, да он там не один. Ну, для Хеллкэта у нашего героя тоже найдется гостинец. Еще подзатыльничек тяжу, перезарядка. Не судьба. Ну, может, хоть М18 получится добрать. А что-то не видно ПТ-шку. А, черт с ним, разберутся. Решает КТ и отправляется проводить воспитательную беседу с КВ-4. Первый аргумент весьма убедителен. Второй тоже. Но оппонент решает уклониться от дискуссии. И последнее слово снова остается за союзником. В шестой раз. А ведь мог бы уже воина набить.
Вражеский ПТ слишком далеко, так что последняя надежда размочить счет – очередной из три. И вновь товарищи по команде не жалеют снарядов. Пока наш герой перезаряжается, в тройку влетает порция урона, несовместимая с жизнью. Но шанс есть! Вот он! Главное не упустить! КТ подбирается практически в упор к жертве, чтобы буквально корпусом отжать заслуженный фраг почета. И все-таки его получает. Ну и оставшиеся ИСУ, конечно, достаются союзникам. Так что наш герой не торопится. Вот так и бывает. Кто-то старается, выходит на первое место по нанесенному урону в команде, но вместо заслуженного воина получает лишь гильзу от кумулятива. Но на то мы и есть, чтобы награждать тех, кто заслужил. Так что звание поддержки недели и голдовая компенсация за победу в самой обидной рубрике достаются нашему герою по праву. Поздравляем! Победителем в номинации «Стальная стена недели» совершенно неожиданно стал Маус под управлением игрока с ником «Слава» и всякие цифры. Во встречном бою на Священной долине далеко не всегда стоит торопиться с захватом. Вот и наш герой отправился на север карты прикрывать тылы. Удачно встав ромбом к оппонентам, Маус принялся делать то, что получается на этом танке лучше всего – впитывать выстрелы. Ни восьмерка, ни семерка, ни Т-44 не могли повредить стального гиганта, но и у него не очень-то выходило наносить урон. Снаряды отскакивали от толстенной брони немца один за другим, и силы противников наконец-то стали таять. А вот и сопротивлявшийся из последних сил ИС-7 отправляется в ангар. Пришло время подтягиваться к основным силам. По пути Маус едва не застрял, но опытный мехвод разрулил ситуацию, а вот наводчик работал хуже. На счетчике тем временем 7-11, и на плечи нашего героя легла важная задача – не дать куче оппонентов захватить базу, пока союзные ПТ едут помогать огнем. До сих пор ВБР был благосклонен к немцу, и несмотря на плотный вражеский огонь, большую часть запаса прочности Чаш сохранил. Неожиданно сзади подкрался Т-110 Е3, но вместо сокрушительного бронебойного пендаля почему-то дал неприятный, но весьма скромный осколочный подзатыльник. Оценив потенциальную угрозу, Маус развернулся к американской ПТ своим привычным ромбом и принял бой. И пока соперники, отчаявшись пробить будто бы заговоренные бронелисты, щекотали немца фугасами, подоспела помощь в лице Фоша-155. И тот сделал все, что от него требовалось. За пару снарядов превратил последнего серьезного противника в груду несерьезных обломков. Впрочем, скоро к нему присоединившись. Маус остался в одиночестве против четверых. Нет, как-то не очень драматично звучит, с учетом того, что у немца еще 700 единиц прочности, а противники 8 уровня. Плотный огонь со всех сторон часто сильнее любой брони, так что началась своеобразная гонка, что быстрее кончится, прочность Мауса или противники. В итоге мышь остается на 83 единицах, но все-таки выкатывается из окружения. Теперь главное – осторожность. Ну и неплохо бы еще немного везения. О, а Т-15 наконец-то приехала на вечеринку. Однако дресс-код, видимо, не допускал присутствия ПТ-САУ, так что на танцполе только тяжи. Маус не торопится выдвигаться к КВ. Альфа-тапок притаился где-то неподалеку, и подставлять ему уязвимую корму нельзя ни в коем случае. А вот и он, судя по всему, куда-то очень торопится. Как оказалось, в ангар. На танцполе остаются последние участники. Неловкая па, и у советского тяжа 1%. Немец идет на сближение, время финального танца. Конечно же, медленного. Какой еще может быть у КВ-4 и Мауса? Чтобы вы успели досмотреть передачу сегодня, мы ускорили запись в 400 раз. Ситуация патовая, бой почти закончился. Неужели ничья? Нет, Маус решает выйти из привычной плоскости рассуждений и медленно, но верно взбирается на пригорок. Еще чуть-чуть. Из-за камня показывается край башни противника, и туда тут же отправляется фугас. Победа! Ради нее наш герой отстрадал 90 попаданий с потенциальным уроном в 33 тысячи. На его месте могло бы погибнуть 11 Маусов, но наш выдержал. И за это он получает звание «Стальной стены» этой недели. Звание защитника этой недели получает танкистка с ником «Королева Синдал» на маленькой британской САУ ФВ-304. Сражение происходит на карте «Перевал». Наша Снегурочка занимает типичную для арты позицию и начинает всячески помогать союзным Дедам Морозам раздавать подарки. Изрядно подамажив соперников и забрав свой актив Су-85Б, наша героиня обнаруживает, что начался захват базы. Союзники далековато, так что выбора нет. Нужно решать эту проблему самой. Попросив поддержку у товарищей, ФВ-304 засвечивает вражеский КВ-1, который тут же награждает ее приветственным бронебойным снарядом. Выстрел по врагу летит мимо, и казалось бы, бой для нашей арты сейчас закончится. Но спустя несколько секунд ситуация меняется, и уже КВ-1 стреляет в молоко, позволяя сбить захват. И еще раз. Так, нужно пропасть из засвета.
Третий раз испытывать благосклонность ВБР не стоит. Сползаем с горы, соперник наверняка уже идет за нами. Да, все так. Заходим в тыл, но КВ-1 вовремя спохватился и не дал застать себя врасплох. На наше счастье подоспел союзный тяж. Очень вовремя. Коллективными усилиями враг разобран, хоть и со значительными потерями прочности. Обратно на гору? Пожалуй, решает наша бравая танкистка. Но попытка прервана внезапно появившимся Су-100. Союзный КВ-1 принимает на себя мощный выстрел на 400 с лишним хп, и это дает нам возможность спокойно забрать еще один фраг. Теперь уже точно обратно на гору. Последний союзник умирает от вражеского чемодана. Спасибо тебе, друг, ты здорово помог. Но сейчас не до сентиментальности. Наша защитница остается одна против трех врагов. Теперь уже лезть на гору смысла нет. Лучше спрятаться в кустах и оборонять базу. А вот и зловещая красная полоска начала наполняться. Недолго же они заставили себя ждать. Выжидаем. Еще выжидаем. Не надо спешить. Правильно. Пусть расслабятся. Все. Пора. Вражеский Т-34 попадает в засвет. Захват сбивается на 80%. Назад, назад, нужно перезарядиться. Выстрел по гусенице нам нипочем. А вот мы еще раз сбиваем захват. Опять перезарядка. Ну, быстрее же. Т-34 все-таки решается на активные действия и тут же погибает. Отлично. Так, что дальше? Не знаешь, что делать? Обратись к мудрости. Лучшая защита — это нападение. Наша героиня едет на вражескую базу и спокойно забирает Су-8. Что? Опять? Захват нашей базы и на всех парах надо мчаться обратно. Вот-вот, уже почти, враг виден. Захват на 90 и Су-8 не попадает, за что тут же без почестей и траурных маршей отправляется в ангар. Победа! Вот такая вот история из жизни одной очень смелой девочки. Она смогла не единожды защитить базу, получить воина, мастера и, конечно, защитника, которого мы по праву признаем лучшим на этой неделе. Поздравляем! Ну и, наконец, время нашей главной рубрики – лучшие реплеи недели. Победителем в этой номинации стал игрок All Jazz Gunner на Hellcat. Первое правило хорошей игры на ПТ – не торопиться. Вот и наш герой решил сперва прикрыть союзников, отправившихся брать монастырь. Мешать им никто не стал, так что М18 поехал встречать гостей уже в ухо. Томительное катание за камнем и, наконец, долгожданный противник. Квас. Орудие у тебя же серьезное, но пара ловких маневров, немного помощи от союзников и гроза средних уровней остался дымиться возле камней, а Hellcat двинулся дальше. Неловко высунувшийся Т-34 тут же выбыл из боя, и наш герой приготовился встречать следующего кваса у следующего камня. Уже проверенная методика сработала и во второй раз, но пока американец цинично уничтожал оппонентов, даже не теряя прочности, почти вся остальная команда героически отдалась. Какое сейчас время? Время тащить! М-18 вернулся ближе к базе, выбрал удобную позицию и принялся методично разбирать штурмующих, отъезжая от кустов перед каждым выстрелом, чтобы не засветиться. Но едва наш герой закончил издеваться над беспомощным тяжем, как сзади выскочил Т-34-85 с явно недобрыми намерениями. Впрочем, реализовать их не удалось ни ему, ни арте. Обезопасив тылы, Hellcat вернулся было к охоте из засады, но быстро понял, что его местоположение всем уже хорошо известно, и даже грамотное откатывание от кустов не застрахует от выстрела наугад. Небольшое изменение позиции, и МТ-25 остается дымиться под флагом. За последним захватчиком пришлось подъехать поближе, но и он сопротивление оказать не успевает. Остаются всего две арты, но их еще надо найти. Hellcat мечется по вражеской базе, обыскивая все нычки, где обычно прячутся САУ, но везде пусто. Времени до конца боя остается все меньше, и наш герой решает захватывать. Почти сразу аналогично поступает и один из противников. В любой момент скорость вражеского захвата может удвоиться, и тогда победы не видать, так что М-18 выдвигается обратно, решать исход сражения собственноручно. Два аккуратных выстрела и дерзкий Крусайдер отправляется на металлолом. До конца боя меньше 30 секунд, времени на раздумья нет, и наш герой стримглав мчится за последним оппонентом. Выстрел сходу, попадание без урона. В запасе всего один снаряд со средним уроном в 240 на 270 единиц прочности у АМХ.
перезарядка длиной в вечность и ковбойский обмен выстрелами заканчивается трагично. Оба дуэлянта гибнут. Несмотря на то, что сваншотить француза удалось, вражеский фугас пробил бак и Hellcats вспыхнул. Само попадание оставило нашему герою всего 65 единиц прочности, которые буквально за 1.5 секунды были потеряны в пожаре. Ничья. Но даже несмотря на то, что победу в самом бою наш номинант не заработал, идеальные действия в течение всего сражения, впечатляющие результаты и напряженный финал все равно позволяют этому реплею носить гордое звание лучшего. Поздравляем! Ну и на этом у меня все. Если вас интересует, как попасть в ЛРН, жмите на ссылку, она сейчас на экране. С нетерпением ждем ваши реплеи и, конечно же, комментарии и отзывы о передаче. Остается только поздравить всех с наступившим Новым годом и пожелать, чтобы ваши башни не попадали под удар, чтобы каждый нашел свою снегурочку и чтобы огнетушители требовались как можно реже. Всем спасибо, всем пока!